мои маленькие любители птичек. В общем, я сейчас шел вечером с фонариком и зашел в помещение такое, в открытое, и эта замечательная птичка увидела муху или что-то и залетела ее поймать. Ну и вот я нечаянно этот раз и поймал. Вот этого красавца, я не знаю, как зовут, выглядит он интересно. У него головка красная здесь и грудка красная. Вот, он меньше воробья, ну я не знаю, насколько меньше, наполовину, наверное. Бедный дышит очень часто. У него красивые глазки. Глазки видно? Глазки красивые. Такой вот он весь с розовым здесь. А здесь вот красным. Малыш, ты чё ж так? Ну ты чё так нервничаешь? Ты чё? Ты чё такой маленький, такой злой? Ты как-то держи себя в руках. В общем, он похож на воробья. Да что ж такое? А теперь он у нас живет. Сейчас я его буду ловить. Я старался быть аккуратным. Ладно, сейчас я его поймаю, выключи. Ой, он еще пока. И плохо пахнет, между да прочим. Нормально он пахнет. Да, я его поймаю сейчас, ребятенка. Туши свет. В общем, этот парень решил теперь у нас пожить. Этого. Мы хотели домашнего питомца, вот он теперь у нас есть. Воробушка. Нет, ну это какой-то не воробушка, это что-то еще. В общем, сейчас я его поймаю, досниму окончательно. Бедный, потерялся парень, потерялся. Не переживай, всех вылечат и тебя вылечат. Ребенка больше не будем мучить, поймали. Сейчас отпустим. Да, вот теперь надо узнать, как выглядит, в смысле, как называется этот товарищ. Очень красивый. Сейчас ты полетишь на волю. Да, все, расслабься, все хорошо.